Отец, мы приступаем сегодня к Твоему Слову, почитая Тебя как нашего учителя, почитая Тебя как нашего руководителя. Мы принимаем сегодня откровение с небес. Открой глаза нашего понимания. Мы становимся очень внимательными к Тебе сегодня. Во имя Иисуса. Это наше решение — слышать с небес. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. Я молюсь, Господь, за точность помазания на этом послании, которое Ты поручил мне донести. И за такую же точность на людях, которые слышат это. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Давайте снова вернемся к третьей главе послания к Ефесянам. Давайте напомним себе. Верою вселится помазание в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь помазания, а тому, кто может сделать несравненно. Он способен сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Теперь первая глава, послание к Ефесянам, 20 стих. «Которую Он воздействовал в помазанном, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, 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 наполняющего». Быть наполненными всей полнотой Божьей несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем. И Он наполняющий. Мы Его полнота, но Он наполняющий. Молясь в Духе Святом, назидая себя. Снова вернемся в третью главу. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Если вы молитесь Духом Святым, вы должны верить, что вы получаете. Это то, что Иисус сказал. Когда вы молитесь, верьте, что получаете. Не только когда вы молитесь в своем естественном разуме. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 14 главу. Последний стих 13 главы. Посмотрите, что здесь говорится. «А теперь пребывают вера, надежда и отдающая благочестивая любовь. Но величайшая из них — любовь. Дающий тип любви Божьей. Следуйте за любовью, которая отдает, и желайте духовных даров, особенно же о том, чтобы вы могли пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Он тайны говорит духом. Он тайны говорит духом. Тайны говорит духом. Мы обитаем в тайном месте Всевышнего. Мы обитаем там, где хранятся секреты. Аллилуйя, это наше место. Вот где мы находимся. Во Христе, сказано в Библии, есть все сокровища премудрости и разумения. И мы в нем. Добро пожаловать туда, где находятся сокровища. Добро пожаловать туда, где находятся чудеса. Несравненно большее всего, о чем вы можете просить или помышлять. Но вам не нужно достигать того, чтобы знать, что это. Прежде чем вы можете поверить, что вы получаете это. Вы можете получить это, пока это еще тайна. Это может прийти в вашу жизнь, пока это еще тайна. Только посмотрите, это благоволение Бога, просто пришедшее на меня. И вы узнаете, что вы молились об этом месяц и не знали этого. Не знали, что это было. Аллилуйя. И дьявол не мог заблокировать это. Он тоже не знал, что это было. Это было тайной для него. Понимаете? Но Бог настолько сильно любит вас. Бог настолько сильно заботится о вас. Слово Божие говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аллилуйя. Вам не нужно иметь забот. У меня нет забот. Ну, мне стало известно, что у тебя есть проблемы. Нет, у меня нет. Я отдал их Ему, Господу. У меня нет никаких проблем. Но я не знаю, что этот идиот о себе думает, говоря, что у него нет никаких проблем. Мне стало известно.
и так далее. Нет, я не говорил, что нет никаких проблем. Я сказал, что у меня их нет. Я просто переложил заботу о них на Него, на Господа. И просто собираюсь идти дальше и делать все, что я должен делать. Знаете, меня действительно это не заботит. Это не мои проблемы. Единственная проблема, которая у меня есть, это держать мою плоть в подчинении, быть усердным в том, чтобы быть послушным и хранить себя в духе, где я могу слышать голос Бога, и идти и делать все, что Он говорит мне делать. Проблема от этого мира. А Он, Иисус, победил этот мир. И вам нужно знать разницу между давлением и проблемой. Сатана будет давить на вас, но проблема была побеждена. Он будет оказывать давление на вас. Просто посмейтесь над ним. Он начнет говорить, что ты будешь делать теперь, что ты будешь делать теперь, что ты будешь делать теперь. Они заберут твою машину, они заберут твою машину. Не заберут, если я первый ее им отдам. Какая разница? Я верил Богу, когда получил эту. Аллилуйя. Это дает мне возможность получить еще лучшую. Слава Богу. Иисус сказал, даже когда они будут гнать и преследовать вас, сейте это как семя. И велика ваша награда на небесах. Поэтому это не моя работа. Моя работа в том, чтобы идти по всему миру, проповедовать Евангелие всему творению, вовремя и не вовремя, быть скорым, проповедовать Слово Божье, проповедовать, когда хорошо, проповедовать, когда плохо, проповедовать, когда жарко, проповедовать, когда холодно, проповедовать, когда там есть люди, проповедовать, когда их там нет. Если там нет никого, кроме вас и Иисуса, тогда просто не обращайте внимания и проповедуйте все равно. Я делал это, я знаю других проповедников, которые делали это. Мой друг, проповедник, проводил собрание целую неделю, и ни один человек не пришел. Он арендовал здание, арендовал стулья, разместил рекламу. Там не было никого целую неделю, кроме него и его жены. И он проповедовал каждый вечер. Он призывал молиться каждый вечер. Он проповедовал Слово Божье. Он произнес некоторые из самых лучших проповедей, которые он проповедовал в своей жизни. Ну, конечно же, там ведь не было никаких неверующих, чтобы испортить это. И он просто продолжал проповедовать. Он просто продолжал. И сказал Господу, «Ты сказал мне приехать сюда, и собрание людей — твоя проблема, не моя». И ни разу ни один человек не пришел на это собрание. Следующее собрание, на которое он поехал, он там проводил утреннее служение. Он сказал, «Я проповедовал то же самое, что я проповедовал недели раньше к пустым стульям и моей жене». Он сказал, «Там был человек, который подскочил посреди моей проповеди». «Боже мой!» — сказал он. «О, Бог на небесах! Я никогда не слышал такого Евангелия в моей жизни!» Он сказал, «Я пастор методистской церкви, и скажу вам прямо сейчас, это слово живого Бога. Я вкладываю 10 тысяч долларов в служение этого человека». Эти 10 тысяч долларов не пришли из-за этой недели. Эти 10 тысяч пришли из-за прошлой недели. Это были пожертвования прошлой недели. Вы понимаете это? Бог любит человека. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, молясь Духом Святым, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает, строит, укрепляет, заряжает, увеличивает своего внутреннего человека. 15 стих. Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Верьте, что вы получаете, когда вы молитесь. Вы помните, как мы читали это? Верьте, что вы получаете, когда вы молитесь. Как я могу верить, что я получаю, когда я не знаю, о чем я молился? Вы молились не себе, доверяйте Богу. Если бы издали закон, который говорит, вы не можете подарить вашему ребенку никакого подарка, пока он не сможет посчитать до 100. Это примерно то, что произошло в Эдемском саду, потому что у Бога был завет с Адамом. Все, что он попросит меня, я сделаю. Все, что я попрошу тебя, ты сделаешь. И мы сделаем это вместе. Но дьявол мешался в это и сказал, ты не можешь ничего делать для него до тех пор, пока он не попросит тебя. И затем он начал омрачать человека и отталкивать его дальше от Бога, чтобы он не мог попросить его. Но помните, вы не можете дать ничего вашему ребенку, пока он не сосчитает до 100. Вы хотите сделать это сейчас. Ну, например, ему всего 3 года. Что вы будете делать? Вы опуститесь перед ним и скажете, скажи 1. Он говорит 1. Скажи 2. 2. Скажи 3. 3. И он не знает, что такое 1. 1 — тайна для него. Сколько тебе лет? 2. Нет. Тебе 3. 3. Нет. Скажи 3. 3.
Сколько тебе лет? 3. Он не знает, что такое лет. Он не знает, что такое 3. Он не знает, что такое 2. Он не знает, что такое 1. Единственное, почему он говорит это потому, что вы говорите. Он доверяет вам. Наверное, это хорошо, потому что вы сказали это. Скажи 1, 1. Скажи 2, 2. Скажи 3, 3. Скажи 100, 100. Для меня это достаточно. Что он сделал? Он молился тайной, понимаете? Но в том, что касалось его отца, благословен Бог, он посчитал до 100. Отец засчитывает это. Если вы хотите поспорить с этим, приходите и спорьте со мной. Но не спорьте с мальчиком, спорьте со мной. Вы слышите? Это то, что происходит, когда вы начинаете молиться в духе. Вы выходите за пределы того, что знает ваш разум. Ваш дух начинает молиться. Внезапно вы обитаете в тайном месте Всевышнего. Ходите в ваших мечтах. Ходите во всех тайнах. И вы ходите в этом. И Бог говорит, давай, парень, пойдем немного со мной здесь, через эти тайны. О, да, я верю, что я возьму это. Да, ты имеешь в виду, что это мое? Да, я откладывал это для тебя 30 лет. Почему же у меня этого не было? Потому что ты не знал, что это было там. Позвольте мне задать вам вопрос. Верите ли вы, что когда Бог призвал вас, Он уже отложил все, приготовил, предназначил все, что вам только могло понадобиться в вашей жизни и служении? Я верю в это всем моим сердцем. А вы разве нет? Проблема в том, чтобы получить это с небес на эту землю, чтобы это проявилось в материальной сфере. Верно? Позвольте мне спросить вас, если вы верите в это, тогда как много Бог отложил для вас с этого момента до полного, совершенного исполнения вашего служения? Сколько это? $1 000 000? $400 000? $5 000 000? Сколько миллионов? Я не знаю. Я знаю, что это больше, чем достаточно, согласно Слову Божьему. Я знаю, что это намного больше, чем у меня хватило бы смелости попросить его. Это больше того, о чем я могу попросить или помыслить. Он Бог. Я имею в виду, по богатству Его в славе Он восполняет мои нужды. Я никогда не видел ничего подобного. Я по-прежнему мучаюсь здесь со стократным воздаянием, а Моисей сказал народу Израиля, «Бог умножит вас в 1000 раз». А я по-прежнему мучаюсь с цифрой 100, а он говорит о 1000. Да, что такое 1000 тысяч? Это миллион. Это просто несколько нулей. Что такое 1000 миллионов? Миллиард. Божьи одежды стоят дороже, чем это. Вы слушаете меня? Я снова возвращаюсь к моему вопросу. Как много с того момента, где вы прямо сейчас? Вы можете обернуться назад, и вы можете увидеть все, что вы когда-либо получали от Бога. Я имею в виду все это позади вас. Вы можете все это видеть, но повернитесь вперед и посмотрите вечность. Как много оставлено для вас от того момента, где вы находитесь прямо сейчас, до полноты того, что есть полнота. Вы понимаете? Полнота, полнота, полнота. Будьте наполнены всей полнотой Божьей. Нет, вы не знаете, как это много. Это является тайной для вас. Это является тайной для меня. Это превосходит все, о чем я могу просить или помышлять. О, да, но это не больше того, во что я могу верить. И это не больше того, о чем я могу молиться. И это не больше Божьего обеспечения для меня. О, да, это для меня, я принимаю это. Слава Богу! Аллилуйя! Это все пути. Я не знаю, как сделать это, верно? Да, аллилуйя. Друзья, у нас 5 миллиардов людей на земле, которые идут в ад. Есть 6 миллиардов человек на этой земле. И 5 миллиардов из них направляются в ад. Если Бог не сможет пробудить нас и привести нас к тому, что превосходит все, о чем мы просим или помышляем, чтобы мы шли и верили Ему об этом и становились доступными. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Аминь. Да. Господь обеспечил нас прекрасным межконтинентальным самолетом. И мы полетели через Тихий океан, направляясь в Австралию. Поэтому мы направились в Австралию. И, конечно же,
Мы полетели в Cold Bay. Прилетели в Cold Bay и прошли по тому месту, где они продают топливо. Я пошел туда, чтобы оплатить счет за горючее. И та женщина закричала и начала плакать. Она вопила так громко, что другая девушка из другого офиса прибежала туда посмотреть, что с ней случилось. И она увидела меня, и Джесси Дюпланти стоял рядом со мной. И она увидела нас двоих, и она начала плакать. Она сказала: «О, брат Копланд, брат Дюплантис, мы так рады и так потрясены». Она сказала: «Мы смотрим вашу передачу каждый день в 2 часа утра». Я спросил: «В 2 часа утра?» Они смотрят ее по спутниковому каналу. «В 2 часа утра?» Она сказала: «О, да, брат Копланд, здесь всегда темно весь день или светло весь день». Она сказала: «Вы просто начинаете свой день с того времени, с которого захотите». И она сказала: «Поэтому мы смотрим всех проповедников веры по телевидению. Слава Богу! И мы просто подстраиваем свой день под это». Она сказала: «Мы встаем в 2 часа утра, и мы смотрим вас по спутниковому каналу». Я сказал: «Слава Богу!» И из того места мы полетели на Гавайи. Вылетели оттуда на следующий день и приземлились в Маджуро, на Маршалловых островах для дозаправки. 2000 морских миль от Гавайев. Приземлились там для заправки. Заправились и полетели в сторону Гвадалканала, Хендерсонфилд, на Соломоновых островах, и заправились там. Была моя очередь пилотировать, и шел дождь. И я должен был заходить по приборам на посадку в Гвадалканале, Хендерсонфилд. Я был немного уставшим, и я решил, что я не буду выходить из самолета. Работники заправят его, и мне не нужно было следить за этим. Я собирался съесть мой обед в самолете. Они уже поели. И кроме того, Джерри и Кэролин, Сивейл, Джесси и Кэти Дюплантис и Глория пошли в хвост самолета. И они начали смотреть видео, проповеди. И они проводили собрание Святого Духа над этим океаном. И вы не могли бы их вытащить оттуда. Я имею в виду, они начали там восклицать в хвосте самолета. И вы чувствовали, как самолет делает вот так. Если вы открыли дверь туда, вы бы увидели, что они хорошо проводят время там. Слава Богу. И они уже пообедали, поэтому я там кушал. И один из людей зашел внутрь и сказал: «Там есть люди, которые знают, что вы в самолете, и они хотят узнать, не могли бы они пожать вам руку?» Я сказал: «Ну да». Я пошел и взял зонтик. Он сказал: «Один из них таможенный агент». Я вышел туда, и там 6 человек стоят под этим небольшим навесом, прячутся от дождя. Я подошел туда, знаете, с улыбкой на лице. Я был просто восхищен тем, что кто-то в Гвадалканале на Соломоновых островах имел представление о существовании этого служения, не говоря уже о том, что видел его по телевизору. Я не знал, что они смотрели это через спутник. Я подошел туда и протянул руку. И тот человек, он был чернокожий, большой чернокожий человек. На нем была форма таможенника. Но на его лице были отметки племени. На его лбу. И вот тут племенные шрамы, знаете, племенные отметины. И когда я подошел к нему, он мне не улыбался. Он просто смотрел на меня. Я пожал руки, он пожал мне руку, и он по-прежнему не улыбался. Он сказал: «Когда вы прилетите к нам?» Я спросил: «Что?» И он ткнул меня вот так. Он наклонился, и он ткнул меня в грудь вот так. Он сказал: «Когда вы прилетите учить нас?» Этот человек достучался до меня. И я помолился за всех них, возложил руки на них, и я направился назад к самолету. Боже мой, я вернулся в этот самолет и спросил: «Господь, что здесь происходит?» Он сказал: «Разве ты не помнишь?» И это было примерно за 2 года до этого. Он сказал: «Ты пролетал здесь на самолете авиалинии. И я проговорил к тебе, и ты вернулся. И ты сказал Джерри и Кэролин Сивейл и Глории, сказал, вы были в том самолете, и ты сказал всем троим: знаете, вот что нам нужно сделать. Взять подходящий самолет и путешествовать по этим островам. Потому что Смит Вигглсворт пророчествовал и сказал: последними местами на земле, которые увидят могущественную славу Бога и величайшее излияние в истории человечества, перед самым приходом Иисуса будут острова мира». Я сказал: нам нужно проповедовать на этих островах, по всем океанам мира, и ехать на все острова. И Джерри Сивейл сказал: боже мой, да, я верю, что это Святой Дух.
Я сказал, я знаю, что это так. И мы все радовались. Я сказал Богу, да, я помню это. И Бог сказал, ты позволил этому ускользнуть. Ты забыл обо всем этом, и ты ничего не делал с этим. Он сказал, я привлек твое внимание сегодня. Верно? Я сказал, да, ты привлек. Я сказал, я обещаю сделать это, я сделаю это. Позже я молился, я спросил, Господь, когда ты дал нам этот самолет, как получилось, что ты не дал нам самолет с большей дальностью полетов, чем у этого? Он сказал, потому что ты перелетел бы через эти острова. Он сказал, теперь ты можешь идти и верить о самолете Гольфстрим, если хочешь. Но также добавил, мне пришлось посадить тебя в этот самолет, потому что я должен был вернуть тебя на эти острова каким-то образом. Слава Богу. Мы вернулись домой и запланировали собрание. Я проводил собрание в Cold Bay, штат Аляска, да. Там было 32 человека. 38 человек, включая нас. И у нас было прекрасное собрание. Вы шутите? Там были почти все школьники из школы. Все шестеро. У нас было хорошее собрание. Мы вылетели из Cold Bay. Теперь уже мы прилетали туда не за топливом. Конечно же, мы заправились. Но мы полетели туда целенаправленно, чтобы провести собрание. И те люди плакали. Затем мы полетели на Маршалловы острова и провели собрание на острове в городе Эбея. Я упоминал об этом вчера. Те люди плакали. Они сказали, ничего подобного не происходило с тех пор, как мы получили наш остров назад в 1947 году от правительства США. Они сказали, никто к нам не приезжает. Никто не хочет приезжать и проповедовать нам. Они сказали, боже мой, единственная причина, почему кто-то прилетает сюда, это потому, что им оказывается по пути. Они сказали, никто не приезжает проповедовать нам целенаправленно, и мы взывали к Богу о знании откровения. Пошли нам, Господь, кого-нибудь. И у нас было собрание на острове Бэя. Пришел потоп, дождь, когда мы были там. В то время был сухой сезон. Их цистерны для воды все высохли. Они покупали воду с другого острова по $2.50 за 4 литра. Но они начали приносить пожертвования. Я сказал им, что Бог даст им процветание, и пошел дождь. Выпало 28 сантиметров осадков, пока мы были там. Это наполнило каждую цистерну, каждое ведро, каждый бак. Это наполнило все, что было видно. И я просто продолжал проповедовать. Джесси Дюплантис и Джерри Севейл, и я просто продолжили и проповедовали. Мы проповедовали под дождем. Я просто одел на себя свой плащ и продолжил проповедовать. Это было замечательное время под дождем. Там еще были собаки и все остальное. И вы думаете, что мы не провели собрание? Да. И скажу вам еще кое-что. Я собираюсь в Гвадалканал, я собираюсь на другие острова мира. Аллилуйя. Понимаете, это вышло за пределы того, о чем я мог просить и помышлять. Я никогда не думал о том, чтобы молиться, чтобы ехать на эти острова. Но я молился об этом долгое время, я просто не знал об этом. Я должен был научиться доверять Ему. Я буду доверять Богу, чтобы лететь в Эбее. Я буду доверять Ему, чтобы лететь в Cold Bay. Я буду доверять Ему, чтобы ехать на другие маленькие небольшие острова. Однажды Бог послал меня на Ближний Восток, чтобы послужить всего лишь одной женщине. Он поднял меня и сказал, «Я хочу, чтобы ты полетел». И я спросил, «Зачем я еду?» Он сказал, «Я скажу тебе, когда ты доберешься туда». Я прилетел туда. Бог хотел, чтобы я приехал ради одной женщины. Я спросил, «Как получается, что ты послал меня за 9 тысяч миль, чтобы послужить одной женщине?» Он сказал, «Ты единственный, кого она будет слушать». Я сказал, «О, Господь». Он сказал, «Кеннет, она моя дочь». И добавил, «Я могу себе это позволить». Он сказал, «Я задам тебе этот вопрос. Если бы у тебя были деньги, и Келли была бы в беде, или Терри была бы в беде, и у тебя были бы деньги, и ты бы знал, кого они послушают, тебя бы интересовало, сколько это стоит? Если бы тебе пришлось оплатить кому-то поездку через полмира, чтобы он приехал и послужил одной из твоих дочерей?» Я сказал, «Нет, деньги не важны в такой ситуации». Он сказал, «Для меня тоже». И он сказал, «Я бы хотел, чтобы ты осознал этот факт». И я осознал этот факт, аллилуйя. Я осознал. Встаньте, пожалуйста. Верьте, что вы получаете, когда вы молитесь. Верьте, что вы крепко утверждаетесь Духом Божьим в вашем внутреннем человеке, когда вы молитесь. Верьте, что вы получаете несравненно больше всего, о чем вы можете попросить или подумать. Молитесь о том, чтобы вы могли истолковать это. И рема, Слово Божьего, будет выходить из ваших уст время от времени. У вас будет убежденность внутри время от времени. Понимание или идея. Аллилуйя.
Ухватитесь за эту истину. Иисус не обязан решать ваши или мои проблемы после того, как они возникли. Он уже решил все наши проблемы. Все, что вообще могло случиться на этой земле. Поэтому это позор, что люди не знают об этом сейчас. Сатана приносит картину проблемы в ваш разум. И затем с помощью этого он начинает давить на вас. Он начинает давить на вас, чтобы вы потерпели поражение. Вот картина вашего освобождения. Бог Всемогущий уже дал вам ответ на все возможные молитвы, которыми вы только можете молиться. Поэтому отделите давление от проблемы. Иисус решил проблему. Теперь мы оказываем давление на дьявола, вместо того, чтобы позволять ему оказывать давление на нас. Слава Богу. Храните ваше сердце полным Слова Божьего. Держите его там. Как вы это делаете? Как вы вкладываете что-то в ваше сердце? Это должно входить через ваши глаза, это входит через ваши уши, это входит внутрь, затем это выходит из ваших уст. Как это выходит из ваших уст? Это снова попадает в ваши уши. И вы храните это у себя перед глазами. Притча 4.20. Слова моим внимай, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Слава Богу! Вот ваша победа. И она осуществится. Если вы хотите заказать для себя нашу книгу, вся необходимая информация сейчас на вашем экране. До завтра. А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус Господь.